исполнены кирзы раздаяния, и преестественным действом ежевтя веры научимся, и тебе благословите со всеми святым духом, по единому божестве и силе и власти узарифомся, духу очень сияние существа, и естества него, и изменные и недвижимые начертания, и источище премудрости и благодати, отверзи негрешному во сне, и научи меня, как это стоит, его иже потребно молитесь, ты вы себе не многое грехов моих множество, но твое благоутробие победи всех безмерное, всего страхом предстаю тебе, учину милости твоя, отчаяние души моя поверь, покорми живот мой словом, судьбами нереченную премудрости силою управляй, и я уболеваю в пристанище, и скажи мне путь твой же пойду, дух премудрости твоя, мне подать помышление, дух разума мне сумил мои подары, духом страха твоего, меня восхитила, и дух правый, обновил утробе моей, и духом, владыщим мысли мои, по познанию утверди, да на всяк день духом твоим боги, полезному наставляя, сподоблюсь от твоих заповедей твоя, и твоя присно памятствовать славное пришествие, и сязательное содеянных нами, и да не предыдущим я отверными, что прищаемся не раз и покрасными, на будущем отстоящих желаниям твоих духовни, ты дорежи сила твоего, я великаще, что просит по твоей имени, и вот браму приемки до твоего Бога и Отца, где приял грешный, пришествие святого Твоего Духа, Твоему благу, я не попросил, куда воздашь мне во спасение. Ей, Господи, всякого поклонения, богатство взятия, и подать любви, я куда если подавали, преизобильно и же просим, если сострадательный милостивый, и же безгрешным дух после нашей общей, и преклоняющимся к тебе колено, преклоняйся в глубоком утробне, очищение же был грехом нашим. Дашь Духу Господи, людям твоим щедрота твоя, услыши нас и весе святого твоего, посвяти нас силою спасительной десницы твоя, покрый нас кровом крылу твоею, да не предыдущий дел руку твоею, тебе единому совершаем, но и тебе единому служим, не время кланяйтесь Богу чуждему, не же простирайте руки наши, подвигу к Богу и Богу, восстави нам согрешения, и приим наше колено преклоненное помоление, разбей всем нам, руку помощи, прими молитву всех. Я покажу вам приятное, восприемлемое пред Твоим Господи Богим Царством. Господи, Господи, избави нас, во всякие стыколетящие боги, избави нас и во всякие вещи во всех чудящих, прими жертву вечернюю к нашему дать воздаяние. Уводи же нас и наш мое поприще без порока прийти, не из душевного мира, избави нас от всякого смущения и боязни. Я же вам дьявола на пребывающая, даруй душам нашим умиление и помыслам нашим попечение, я же на страшном и праведном Твоем суде и страдания, привози страху Твоему плоти наша, и умерти уже наше сущее на земле, за исполненным безмолвием просветимся зрением свет Твоим, возьми же от нас всякое мечтание неподобное по предвету, остави же нас во время молитвы, в утверждении веры и приспевающая заповеди Твоих.